Дайджест недвижимости. Новости недвижимости на волне 101.0. У микрофона Мария Кожевникова. В Кирове хотят ввести новые правила капремонта. Сейчас чаще всего в старых домах ремонтируют одну или несколько самых износившихся систем. Теплоснабжение, электроснабжение, водоснабжение, перекрывают крышу или реставрируют фасады. Со следующего года власти хотят проводить в одном доме сразу несколько видов работ. Такой опыт, по словам руководителя Центра общественного контроля в сфере ЖКХ Общественной палаты Сергея Улитина, перенимают у регионов, в которых реализация программы по капремонту идет более успешно, чем в Кирове. Сделан акцент на комплексность, то есть, заходя на один дом, делать большие виды работ. В некоторых случаях, в том числе, может быть, и выселяя людей, но про это пока только так осторожно проговорили, подумали, что, наверное, пока такой потребности нет. То есть, комплексность, чтобы люди-то, по крайней мере, видели, что действительно дом стал лучше. Это решение, оно идет через изменение областной программы. Я думаю, что на 2018 год уже будут изменения. Напомню, платить деньги на будущий капремонт дома кировчане начали в конце 2014 года. Сейчас плата за квадратный метр жилья составляет 7 рублей 90 копеек, в 2018 вырастет до 8 рублей 30 копеек, а еще через год до 8 рублей 70 копеек. Дайджест недвижимости. Застройщик растратил 25 миллионов рублей дольщиков. Эти деньги должны были пойти на возведение 16-этажного дома на улице Орджоникидзе 2Б в Нововятском районе Кирова. Но один из руководителей компании «Автоспецгарант» не выполнил обязательства по договорам, заключенным с кировчанами. Их деньги были потрачены не на строительство, а на иные цели. Дом же, который должны были сдать в эксплуатацию еще в 2015 году, попал в число долгостроев, сообщают в областной прокуратуре. По этому факту возбуждено уголовное дело. В данный момент расследование его продолжается. Дайджест недвижимости. Кировская область попала в топ-10 по росту цен на жилье. Речь идет о недвижимости на вторичном рынке. Динамику цен проанализировали специалисты портала «Домофонд». В целом по России за последние 3 месяца этого года цена за квадратный метр жилья на вторичном рынке уменьшилась по сравнению со вторым кварталом на 0,6%. При этом в некоторых регионах зафиксировано подорожание вторички. В десятку таких субъектов вошла и Кировская область. Правда, удорожание составило всего 0,2%. Сейчас средняя цена за квадратный метр жилья в Кирове – 41 380 рублей. Самый высокий рост в Ингушетии. Здесь удорожание на вторичке составило почти 2%. Но при этом квадратный метр жилья в этой республике стоит почти на 10 тысяч дешевле, чем в Кирове. На этом все. В студии работала Мария Кожевникова. Дайджест недвижимости.